Количество сделок на рынке жилья в двух крупнейших городах Казахстана резко упало. По данным Комитета по статистике, в Алматы и Нур-Султане в марте снижение активности составило почти 24% и 20% соответственно. Согласно официальным данным, по введению карантина в Алматы было совершено 3,2 тысячи сделок. В Нур-Султане этот показатель составил 2,5 тысячи. В целом в Казахстане было совершено около 22 тысяч сделок купли-продажи. Снижение по сравнению с зимним месяцем наблюдается в 10 регионах. При этом наибольший рост продаж был в Мангистауской области на 15%. Напомню, согласно решению Госкомиссии, с 20 марта некоторые предприятия получат возможность возобновить работу. Так, по предварительной записи смогут работать нотариальные конторы. В связи с этим жители обеих столиц снова получат возможность покупать и продавать жилье. Однако эксперты считают, что оживления на рынке ожидать не стоит. В связи с девальвационными процессами, в связи с режимом карантина, доходность населения упала в разы, и потребительский спрос, который он есть, но доступное жилье, имеется в виду, в рамках покупки со стороны потребителя, она на сегодняшний день упала, и вторичка должна, ну не то что должна, она будет подстраиваться под предложения самих покупателей.